Сегодня был осуществлен возврат в природу одной особи орлана белохвоста, взрослого самца, который проходил в течение 2 месяцев реабилитацию в экопарке Фельдман Экопарк. Птица была доставлена взрослой из дикой природы. У нее хорошее летное качество, птица здоровая на нынешний день. Поэтому было принято решение вернуть ее в природу в месте, где наиболее благоприятны для этого условия. Мы занимаемся этим очень давно, уже больше 10 лет. За это время в природу было выпущено огромное количество животных краснокнижных. Это и орланы, и пеликаны, и сычи. То есть нам привозят всех животных со всей практически Украины. Животных, попавших в беду, попавших в провода, попавших под машины. Люди неравнодушные приносят. Мы стараемся их выходить. Стараемся их вылечить, окольцевать, изучить и выпускаем в природу. Те, кого можно выпустить. Те, кто уже не смогут жить в природе, они остаются у нас на пожизненное содержание. Был выбран район озера Лиман. Это крупнейший естественный водоем Харьковской области и одно из крупнейших озер Украины. Представляет собой изначально степной водоем, солоновато-водный, который в настоящее время опреснен в связи с работой теплоэлектростанции. На этом водоеме обширные есть отмели, на которых держатся перед миграцией зимовки большие скопления уток, лосух, иногда насчитывающих в общей сложности до 4000 особей. И богатые рыбные ресурсы, поэтому птица, которая питается в основном рыбой, дохлой рыбой и живой рыбой, которая охотится на ослабленных мигрирующих птиц, она здесь находит оптимальные условия для добычи корма. Такие условия способствуют формированию здесь не гнездящейся популяции, локальной популяции птиц. В зимнее время их количество достигает 10 особей. Формируется своего рода клуб знакомств. Здесь встречаются разные особи из разных регионов, и они могут образовывать пары. Интересно, что в радиусе 2 километров нет жилых гнезд, поэтому выпущенная птица не вступит в конфликт с территориальными охраняющими свои гнездовые участки птицами и может найти себе товарища, спутника жизни из числа холостых птиц. Я думаю, любое животное, которое попало в беду и спасенное человека, выпущенное в природу, это шаг цивилизации. Во всем мире это поставлено на очень серьезный уровень. Мы должны учиться, и мы должны эти все вещи, которые мы учимся в Европе, учимся, посылаем людей по всему миру заниматься этими проблемами, мы должны реализовывать их здесь. У нас есть огромный фронт работы, огромный непочатый край, очень много животных исчезло, очень много животных пропадает. Это и вырубка лесов, это осушение болот, это неправильное использование химикатов при обработке почвы и так далее, и так далее, и так далее.